А перед началом данного видео хочу прорекламировать свой Discord-сервер и Telegram-канал. Если хотите следить за новостями, то можете туда заходить. Ссылка на Telegram в описании этого видео, а ссылка на Discord в описании моего канала. Всем привет, дорогие телепузики! С вами я, Сагулик. И сегодня мы будем вспоминать ностальгию во вселенной телепузиков. А этот ролик снять подтолкнули именно вы в моем посте сообщества. Но не будем долго тянуть, и давайте перейдем к сути. Помните первую часть Ландитабис, а именно версия 2 бета? Помните слухи, что есть версия 1 бета у Ландитабис 1? Помните, когда еще во времена первой части у Шона не было своей компании, а именно которая на данный момент называется The Works? И тогда Шон один делал игру. Помните, когда первая часть СТ стала хайповать, и ее геймплей снимали всякие ютуберы? Помните пасхалку на горе в виде трубы, которая играла песенку? Помните Ландитабис 2? Помните то, что где-то во времена второй части СТ появилась компания The Works? Помните, когда мы срались, когда видели в СТ 2 новых монстров на новых картах? Помните хайп второй части? Я не очень, но ладно. Помните Ландитабис 2D? Помните новых монстров на Ландитабис 2D, где впервые показали теневого пузика, пещерного и йети и безногого Вайта? Помните, когда мы пытались как-то сделать свой РП в СТ-2D? Помните читаков СТ-2D, которые создавали сервера с картой Blue Room? Помните магазин Дипси? Помните Ландитабис 3 демо-версию, которую ждали все? Помните трейлер первой части? Эх, быстро же время пролетело. Помните прохождение от ютуберов в СТ-3? Помните, когда в СТ-3 только-только добавили режим песочницы и была жесткая тусовка? Помните простенькие читы на СТ-3? На всяких версиях по типу 1.295. Помните битвы слендипузика в режиме песочницы, когда соперниками выступали союзники и враги? То есть синяя и красная команда. Помните самый грустный момент в СТ-3, прохождение с выжившей Ляли, которая превращалась в овоща? Хорошая ведь была телепузиха. Помните, когда игроки ставили вот такие простые скины на своего телепузика? Я, кстати, не исключение, и это жиза. Помните айсберги по Ландитабис? Помните Blue Room в Ландитабис 3? Хотя, что я говорю, в обновлении 2.5 Blue Room стал публичным для всех. Помните старую систему логина в СТ-3? Помните, когда Шон выключал сервера в СТ-3 мультиплеер из-за читеров, и всем приходилось ждать? Помните обновление в 2.0 в СТ-3, где добавили новую модельку Стража Вайта, хотя старая была неплохая? Помните старую атмосферу на карте основной телепузи в СТ-3? Помните войну между читерами на серверах в СТ-3? Помните наши РП в СТ-3? Помните ту самую сценку в компании СТ-3, где Дипси пришел к Рону? Но бензопила все решила. Помните Ландитабис 3 Апокалипсис ДЛС? Помните сериал по Ландитабис 3, что было после? Помните, как в третьей серии сериала Ландитабис 3 Дач спасает Ричарда? Но потом произошел пузикрем. Помните фанатские игры по Ландитабис? Они были легендарны и нелегендарны. Сейчас, кстати, выходят моды по Ландитабис 3. Помните трейлер Ландитабис Worlds? И тогда мы все кидались пузикремами на эту игру. Помните выход Ландитабис Worlds и на мобилку, и на ПК? Помните ютуберов по СТ-3? Но, к сожалению, они забросили каналы. Помните всякие меми-анимации или просто анимации по СТ-3? Помните, когда Тинки Танк был самым высоким Ландипузиком? Но позже пришел анонсер. Помните? Ну что ж, друзья, вот мы и поностальгировали немножко. Вселенная Ландитабис 3 содержит в себе много чего хорошего и теплого, но и немало чего плохого. Сейчас трудные времена для данной франшизы, но мы пока держимся. Надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Спасибо вам большое за просмотр.
До встречи и добра вам!